Итак, привет, дружище, меня зовут Саша, ты на канале Князь. Сегодня у нас битва замков и идет некая такая подготовка к прокачке лисы. В плане какой подготовка? Нет, я не буду сегодня сливать никаких допов. Я, наверное, все-таки остановлюсь на той мысли, что я подожду обновления, потому что что-то жалко допов сливать. Еще прорыв там им прокачивал. Ну, зачем оно как бы надо? Тем более, ну, реально обидно. Я сейчас солью допа, прокачаю лису и сразу же выпустят обновление. Я лучше подожду обновления, пока добавят, короче, двух новых героев, точнее, два новых места в алтаре. Для кого-то это будут, конечно, два новых героя, которые кто-то там возьмет, купит, выбьет и так далее, но я в эти два места открою лису и какого-то допа, вот, нового, и качну силу. Но, знаете что? Лайк поставьте, пожалуйста, буду весьма благодарен. Но фишечка заключается в том, что я тут узнал, что мне не хватит ресурсов прокачать лису в топ. Это печально, друзья. Это реально печально. Не хватает порядка около 3000 вот этих камней. Надо камни пламени. Вот мне надо запомнить, которые желтенькие камни. Вот камни пламени. Камней пламени мне не хватает. Вот сегодня их купим, а еще поучаствуем, короче, в акции «Хватайка». Сегодня хочу воспользоваться возможностью акции «Собери сам». Вот, и тут я, короче, два раза куплю по 4800, и еще у меня останется на прокачку других героев, потому что камни пламени — это по факту самые нужные для моего аккаунта ресурсы. Ну, все зависит от того, сколько я денег потрачу, настолько силу я и прокачаю. Вот. Ну что, погнали. Ага, подожди, нет, надо сначала собрать. Давай. Полетели. Окей, все, готово. Покупаем. Та-та-ра-та-ра-та-ра-та-та-та-та-та-та. Купить. Ёлки-палки. Пароль. Купить, пароль вводить, как говорится. Ну ладно. Сейчас введем. Так, разочек. Короче, куплю два раза, чтобы было несколько попыток на акции «Хватайка». Окей. Смотрите, один раз купил. О, даже самоцветы прибавились. Давай-ка еще раз сюда заходим. А, стой, они что, суки, только один раз дают этот ресурс купить или что, я не понимаю. Или... А, я не сюда зашел. Я уже испугался, думаю, блин. В коем-то веке, думаю, решил, короче, купить. Вот, пару комплектов нужных мне ресурсов. А они, короче, сволочи. Слушай, надо мне интерес посмотреть, сколько у меня с карточки-то снимается. А они, сволочи, меня решили наколоть. Нифига себе, сволочи. Так, нормально они снимают денег. Я надеялся, что меньше. Так, окей, давай. Вторая покупка. У нас, надеюсь, все проходит отлично. Да. Ну-ка. Минута 28. Так, все. Смотрим. Ой, монетка событий. Я тут на днях, вчера, когда эту лису, короче. О. Слушай, а мне еще тут бонусиков дали. Елки. Воу. Воу. Ой. Две монетки события. О, боже. Вы посмотрите, еще 100 пыли дали. 100, ну это... Подожди, это вот здесь вот. Вот я подарок тут какой-то получил. А, я самый нищенский подарок получил. Ну, в принципе, ладно. Там дали 100 пыли, как бы, и что, неплохо. А, колесо удачи. Есть две монетки. Я потратил на эту акцию, помню, 58 монеток. Ничего толкового отсюда не выбил. Ничего. То есть 58 монеток мне падало просто говна. Вот реально, ну как бы, ни камней там этого апекса, ни камней для прокачки таланта на 10 уровень. Просто 58 монеток у меня было накоплено, капало. Я не знаю, может вы видели это видео, но это просто, это вот все акции, реально все акции, где нужны эти монетки, магазины, там разбей яйцо носорога, все, полная чухня, короче. Парящий остров. А есть смысл тратить или откопить на какого-то следующего героя? И слушай, я даже
Я даже и не знаю, ребята. Ладно, потом подумаем. Главное сейчас, знаете, что первое зайти? Это хватайка. До скольки она работает? До скольки хватаечка-то работает? А, она до 8 утра работает. Дали две попытки. У нас на них, конечно, большая надежда, что дадут, короче, дадут вот эту вот штуку. Ну, давай. Да! Сколько? 5, сука, 5! Всего лишь 5! Хотя бы 10 дал бы. Вот мне не везет с хватайкой. Пакет опыта. Да что ты будешь делать вообще? Жесть какая-то. Ну давай это обмениваем. Чё тогда? Чё делать-то? Выращиваю призы. У нас еще настолка есть. Так, две попытки. Ну, давай здесь, может быть. 4000 камней дашь? Нет, вот супер питомца дал. Мне этими супер питомцами камнями я скоро какать смогу. О, окей, хотя бы вот эти камушки. Но мне, по сути, вот этих камней, самых блатных, у меня сейчас больше, чем по факту предыдущих. Большая выгода. Вот разбей яйца, это реально просто... Видите, 12 попыток. О, золотой ключ. Награды 2020 года и 2000 значков почета. Прям, блин, не могу не нарадоваться, понимаешь? 80 кристаллов. 100 самоцветов. Супер акция. Ну-ка. Давай сейчас тут польем. О, божечки. О-ля-ля, какие ресурсы я забрал, а? Так. Давай. Ну, как бы... Вот этих камней простых у меня меньше, чем вот этих. Сейчас я вам покажу. Не, ну главное-то что? Главное... О, сейчас еще ништяки какие-то откроем. Главная фишка заключается в том, что... У меня теперь около 20 тысяч камней к пламени. Из них потрачу на лесу. На лесу потрачу где-то 13, да, там 14, чтобы ее в максимум прокачать. А остальное... Остальное уже потрачу на других героев. К примеру... Вот, тот же... А, у меня космо, елки-палки, надо прокачивать. Ну, вот этих вот. То есть надо силу поднимать. Вот, так что вот такие вот дела, друзья. Вот, что еще хотелось бы отметить? Хотелось бы мне отметить... Вот, хотелось бы мне посмотреть, что у меня там по ништякам... О, вот реально, вот это вот супер просто выигрыш. Короче, за счет этой фигни поднимется сила. Но все равно я даже, знаешь, типа... Вот, как бы... Даже до 900 тысяч силы мне, извиняюсь за выражение, какать и какать. Потому что, ну, просто надо вкаблучивать в игру бабки, по-другому никак. Мне сегодня 30 жетонов выпало, обменял на 90 сундуков 5 уровня и 90 сундуков 6 уровня. Вот. Классно. Классно. Кому-то везет. Каким-то моим подписчикам везет, а мне что-то не везет. Мне это на самом деле грустно. Это печально. Вот у меня один сундук 5 уровня, замка и шо. О, и 50 этих выдал. Тут что? О, божечки. Ай, ладно. Так, дальше что у нас? Ну, это я уже потом как-нибудь... О! Тоже уже, по сути, такое себе. Реально, ни о чем. Ну что, наверное, будем на этой ноте заканчивать видео. А, кстати, еще пакет накопления. Так, это нет. О, пакет накопления. Что мне тут дадут? О! Нет, все-таки чуть-чуть, да я наварюсь. Тут мне буквально чуть-чуть не хватает, чтобы это 2700.
Да, не-не-не, пошли они в пень, я не буду больше донатить. Так, окей, ну смотри, тоже пакет на накопление. Вот зачем в таком количестве продавать эти кристаллы волчонков? Это, блин, площадь пророка уровня 5-го, ну серьезно. Вот оно надо. Реально. Вот без этого, короче, жить, вот прям жизнь. Жизнь не мила без этого. Жизнь не мила. Давай, ну здесь хоть наваримся. Ну здесь как бы ничему не наваримся. Отсюда мне по факту абсолютно ничего. Ну, кроме книжек. Вот единственное, что здесь мне нужно, это книжки. А здесь хотя бы чуть-чуть. Вот. Здесь хоть чуть-чуть камней, пламени получу. И сколько у меня их всего? Так, камни пламени. Тысяча 119 камней. Вот, короче, нафармил. Слушайте, ну, наверное, пыль ролить нету смысла. Ну, реально, нету смысла. Потому что, как бы, все герои отсюда у меня есть. А награды здесь такие себе. Вот. Сейчас добавят нового донатного героя. Тут какого-то, я надеюсь, уберут. Ну да, короче, нету смысла тратить. Короче, ребятушки, вот на этом все. Кому понравилось видео, если хотите, чтобы я и дальше записывал все дальнейшие свои шаги, это пишите в комментариях, ставьте лайки. Вам пожелаю огромнейшей удачи и всем пока.